Салют, народ, меня зовут Фантом, и мы продолжаем проходить Cryofair. В прошлой серии мы остановились на том, что пришли к себе на хату, или это не наша хата, потому что, по сути, здесь должна быть мамка и борщ, но ни того, ни другого я не вижу. Собственно, выбито окно, быть может, она спрыгнула. Ну-ка, ух ты, слушайте, можно пролезть. Нет, знаете, никаких трупов, никого нету. Ну, сейчас мы, наверное, сможем подглядывать за переодевающимися девушками в окна. Нет, слушайте. Нет, разработчики нам этого не дают. Натянули темную текстуру. Ладно. Так, сейчас мы разбежимся. Давай. Оп! Офигеть, слушайте, смотрите, какой обрыв. Как мы рисковали, офигеть, слушайте. Ладно. Давай, залезай, чувак. Ну, лазать по крышам это гораздо круче, чем гребаные подземелья. Так, ну, куда? Как-то, конечно, можно грохнуться. Давайте попробуем. Давай, оп, все окей. Ём, твою мать! Как-то я это не привык, что тут монстров много на каждом шагу. Давненько не играли уже. Так, чувак, ты, наверное... Ё-моё, откуда? Где? Кто? Кровать летает. Офигеть. Пошла нафиг кровать. Так, ну, чуваки там... Непонятно, чем занимаются. Подставляют друг другу зад. Так, куда бы здесь свалить? Пофиг на чуваков. Опять прыгать, что ли? Ну, знаете, довольно-таки круто. Давай, залезай, чувак. Нам говорили, что... Нам приходило см... Нет, нам звонили. Нам звонили, что на какой-то из крыш... Нас кто-то ждет, нас просит о помощи. Ну и сейчас мы зависли. Нет, мы не зависли. Залезай. Стоп. Чувак, почему ты не залезаешь? Эй, лезь дальше. Вот. О, смотрите, девушка. Это что еще, Софи? Какого черта ты здесь делаешь? А, привет, Саймон. Что? Я уже вообще ничего не понимаю. Что именно ты не понимаешь? А ты подумай. Весь грёбаный город заполнен монстрами, и я только... Я хочу сказать, и вдруг ты оказываешься здесь, на крышах. Что? Что ты здесь делаешь? Ты в порядке? Да все окей. Оу, монстры? Саймон, ты пугаешь меня? Пугаю, да что за хрень, это просто бред какой-то. Походу, она не видит их, а только мы их видим. Походу, мы наркоман. Ну, я, может, это все только галлюцинации, да, чувак? Давай сменим тему. Она так спокойно говорит. Ты как вообще? Не знаю. Я как бы шлялся по городу, за мной охотились монстры, меня чуть не убила куча... А, я в замешательстве, пожалуй, а ты? Неплохо, спасибо. Чуть лучше с тех пор, как ты здесь. Да, я тоже рад, что ты здесь, Софи. Я так долго был в полном одиночестве. Всего лишь пару дней. Понятно, похоже, тебе было не сладко. Но что насчет тебя? Почему ты здесь? Спряталась повыше от всех этих тварей? Нет, я и вправду не понимаю, о чем ты говоришь. Слушай, как она мило нарисована, смотрите. Я просто размышляю. Размышляешь? Да со мной такое тоже бывает довольно часто. Ты помнишь, как ты тут очутилась? Я не знаю. Ну, потому что, когда я очнулся, я был уже на аллее. Погоди, я не успел. Нет, не стоит, Саймон, давай лучше просто посидим тут немного, посмотрим на звезды, выпьем винца. Ну, давай, конечно. Да, давай, чувак, не ломайся. Тебя девушка на свидание пригласила почти. У вас уже свидание. О, смотрите, как мило. Они ж могут упасть. Это опасно. Хочешь что-нибудь узнать? Да, хочу. Хочу узнать, что за чертовщина тут вообще творится. Это все из-за этого доктора, который в противогазе. Доктор? Саймон, пожалуйста. Нет, я имею в виду школу. Школа?
Какая школа? Ну не знаю, знал ли ты об этом, но мне всегда было тяжело в школе. О какой школе речь? Ты был, ну пожалуй, ты был единственным, кто относился ко мне по-доброму. Там куча монстров! Я об этом никогда не говорила, но мне действительно хочется поблагодарить. Там монстры, мать твою! Тебя за то, что ты сделал мою жизнь чуть более сносной. Ты милый, Саймон. Ой, как мило. О, ну да, тебе порой не сладко приходилось, спасибо. Ну... нам вот сейчас было не сладко. За нами охотится куча говнарей. Так, ладно, думаю, я помогал тебе, потому что ты мне нравишься. Ты одна из лучших девчонок в школе, и я не знаю, просто... Просто у меня есть ствол, и сейчас я заставлю тебя... Ладно, наверное, я стремился защитить тебя. Я не люблю тебя, но я думаю, что мог бы, если бы мы узнали друг друга получше. Ты такая красивая, Софи. Пикап-мастер. Почему ты не сказал мне об этом раньше? Мне бы никогда не хватило так... Ну ты, то есть, я был не самым крутым парнем в школе, так ведь? А сейчас у меня есть ствол, даже несколько стволов и палка, но сейчас, когда мы здесь одни, я чувствую себя сильнее. Естественно. Видите его маленькую сумочку? Вот там у него есть АВП. Не АВП, какая-то снайпер. Ладно, ты всегда нравился. Ой, Саймон, не знаю, что сказать тебе. Ты мне тоже всегда нравился. Но не в этом смысле. Вот стерва! Я всегда считал, что мы просто... Вот стерва! Не более, прости. Вот стерва! Вы понимаете, вот сейчас отшили нас. Френд-зону Саймона записали. Френд-зону. Вот это как так можно? Вы сидите на крыше, звезды, чувак тебе признался. Вот стерва. Ну черт, так много всего случилось за последний. Так надо ее застрелить к херам, хватит с ней болтать. Все это безумие, безумие, темнота и эти монстры. Плачет. Мне кажется, я схожу с ума. Я был так рад встретить тебя. Ну да, столько всего происходило в эти дни. Мне кажется, она сейчас спрыгнет. Это будет печально. Это точно. Это ты мне звонила по телефону в дороге. А, если не? А, да. Я хотела поговорить с тобой, чтобы оставить все это. О, но что? Не то, что происходит здесь? Нет, вообще все покончит с этим всем. Сейчас прыгнет, дура, держи ее. Что, о чем ты говоришь? Держи ее. Ты отлично понимаешь, о чем я говорю. Нет. Постой, ты имеешь в виду совсем? Стой, дух! Да ты слоупок, чувак. Грусть. Нет, нет! Как ты могла? Ну почему она это сделала? What the fuck? Это не имеет никакого смысла. Что такое? А, воздушный... Что за херня такая? Это что, мать его? Может, ты ее заставил это сделать? Больной ублюдок. Толстяк. Монстрик называется Толстяк. У вас есть шанс бежать, вы сделаете это? А, нет, конечно, нет, я отомщу ему. Нет. Че, не, нужно на месте, что ли, на одном стоять? Эй-эй-эй-эй-эй. Черт, ребята, я сейчас так помереть могу. Стоп, укрытие, укрытие. Давай, чувак. Умирай. На чем он вообще висит? У него никакого воздушного шарика нету даже. Ты. Давится чем-то. Чувак подавился, мы его тут убиваем. Ну, возможно, этот чувак, он как бы... Вот у нас же были там монстры, которые нам на психику действовали и заставляли нас умереть, и вот... Быть может, он заставил нашу подружку покончить с собой. Или она просто дура, которая... Которая... Бросила Саймона, не бросила, она даже не согласилась с ним встречаться. Вот стерва, ладно, тихо. Итак, я немного переманил чувака на другую крышу и пытаюсь как-то издалека, прячась за укрытиями, все-таки покончить с ним. Но сейчас вот еще, давай, еще два патрончика, как раз тебе хватит, чувак, давай. Стой, куда ты полетел, ублюдок? Эй, эй! Какого хера? Так, стоп, ребят. Сейчас все будет. Давай! За девку! Получай с котской морды! Эй! Вот!
а где же там злостный смех и там крик «Я отомстил!»? Нет, как-то это скучно. Так, теперь нам нужно как-то свалить с этой крыши. Но как? Сейчас поищем. Итак, ну вон лежит наша подружка на асфальте. Я думаю, стоит как-то спуститься и обыскать труп. Ну пошлите, что ли, по той же дороге, как и залезли, собственно, сюда через дом. Так, ну я думаю, стоит сохраниться, а то мы ж убили какого-то жердяя на цепочках, которые висели не пойми на чем. Ладно, сейчас. Грустно, вот видите, наш герой встретил свою подружку и тут же она спрыгнула. Неудачник парень. Ничего страшного, сейчас. Быть может, у нее есть какая-то записка, какой-то мы найдем дневник, в котором она писала свои мысли, и мы разгадаем, почему же она так поступила. А вообще-то она говорила про школу, это значит, что нам нужно отправиться в школу. Так, ну я все же подойду к ее трупу. Мне интересно, что же у нее может быть в карманах. Сейчас пошмонаем нашу подружку. Фух. Мрачная игра. Эй, ты где? Вот. Вот. Софи. Саймон, дай мне пройти. Я люблю тебя, Софи. Пусти меня, пожалуйста. Черт возьми. Черт. Утопающий в скорби. Вот черт, ребят. А Саймон-то ее любил. А она вот так вот. Вот так вот поступила. Эх. Кровя каждая сюда. Ну, я не знаю, что сказать. Давайте, что ли, продолжим следующую главу в следующей серии. Ну, а с вами был Фантом. Грусть, печаль, пока.